Параллельно с расцветом жанра бардовской песни на нашей территории получил жизнь такой интересный музыкальный жанр, как боссанова бразильская. Само название боссанова переводится как «новая фишка». То есть это такое легкое непопадание в ноты. И мне-то чем эта песня понравилась? Она же оправдывает мое легкое непопадание в ноты. Я говорю, а это просто новый стиль такой, фишка такая. А тут попалась песня, да, по-португальски звучит «Дезафинадо», то есть непопадание в ноты, да, так и переводится. Автор Антонио Карлос Жобим музыку написал на стихи Ньютона Мендосы, а перевел этот текст Алексей Иващенко. Это очень сейчас так захватило всех, ну потрясающе просто. Не могу не спеть. Зря ты мне твердишь, что иногда я не точно в ноты попадаю. Безупречный слух и красоту твою поровну ценю. Сам же извини, но как могу, так и пою. Вовсе я пою не мимо нот, мой друг. Это просто очень тонкий ход, мой друг. Обидеть музыканта просто пара пустяков, не сумев понять, что новый стиль таков. Если строчка сердцем набивается, это босанова называется. Знай, не так уж важен абсолютный слух, и потому всегда фальшивит тот, кто сердцем глух. Ответь мне, наконец, на мой простой вопрос. Ну разве можно к звукам относиться так всерьез? И почему на наших фотографиях у тебя такое умное лицо? Если страсть в душе не помещается, мой друг, людям песни петь не запрещается, мой друг. И пусть я снова ошибаюсь, меж тональностей скользя, но у того, кто мимо нот горланит, кто точно певцом никогда не станет, может сердце быть таким огромным, что не петь ему нельзя. Материя живая, ей не нужно точных нот.